Тем временем в магазинах, торгующих пиротехникой, сейчас горячая пора. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводят рейды по таким торговым точкам. Сегодня они наведались в магазин на Октябрьском проспекте. Там нарушений не нашли. Продукция соответствует всем требованиям. В частности, имеются необходимые сертификаты и инструкции к ним на русском языке. В киоске соблюдены правила хранения пиротехники, установлены системы оповещения о пожаре, есть огнетушители. Сроки годности на пиротехнических изделиях не просрочены, подчеркнули в МЧС. Спасатели рассказали, как правильно пользоваться фейерверками. Необходимо, чтобы 30 метров до здания сооружения было место установки. Потом мы это устанавливаем, прибор в сугроб. Со всех сторон его снегом заваливаем. Берем лучше всего бенгальские огни для поджига фитиля. Поджигаем бенгальский огонь, потом отходим на безопасное расстояние.